Здравствуйте, меня зовут Козлова Елизавета, мне 19 лет. Я учусь в Тверском государственном университете на химико-технологическом факультете. Большую часть своей жизни я посвятила танцам, в них я отдыхаю и вдохновляюсь. Со своей командой я побывала на множестве всероссийских конкурсов, где мы занимали призовые места. Также с детства я занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. На конкурс «Мисс Тверь» я пришла, чтобы получить новый опыт, показать, что я умею, и доказать в первую очередь собой себе, что я могу.